Друзья, всем привет! Продолжаем нашу работу и сегодня поговорим о более мощном инструменте, который позволяет отслеживать и анализировать своих конкурентов. Я бы даже сказал, что этот сервис дает какое-то определенное нечестное преимущество по отношению к своим конкурентам. Эта программа позволит вам шпионить за своими конкурентами и находить самые, ну что говорится, горячие страницы. Называется эта программа Black Pops. И она действительно очень мощная и стоит того, чтобы ей пользоваться. То есть, если работа идет с CPV или с PPV, и вы хотите перевести свои компании на следующий уровень, на более высокий уровень, тогда обязательно пользуйтесь этой программой. Чтобы рекламные кампании работали так, как нужно, эта программа, она обязательно к использованию. Получить ней доступ можно на сайте cpvsecret.com/blackpops. Когда вы сюда попадете, то увидите страницу, которая выглядит вот так. Здесь рассказано об этой программе, какие возможности она дает и зачем она нужна. Как видите, программа платная и, совсем даже не дешевая. Доступ к ней стоит $100 в месяц. Поэтому я не настаиваю на том, чтобы вы ее приобретали на данном этапе. То есть сегодня я просто вам даю обзор, что это за программа, что она может, зачем она нужна. Как видите, очень мало человек состоит в группе данной программы. Это действительно очень маленькое число, учитывая количество веб-мастеров, которые работают на рынке CPA, на англоязычном рынке CPA. Я слышал, что даже эту программу называют секретной. Ну, на самом деле она, конечно, не секретная, но пользуется ей действительно очень мало людей. Она даст вам самые горячие лендинг-страницы, которые используют настоящие профессионалы CPA сетей вот прямо сейчас, в данный момент времени. Помимо этого, вы получите информацию о том, какие офферы продвигают лучшие профессионалы, и даже об их выигрышных ключевых словах, то есть какие связки и комбинации они используют. У них есть база данных, из которых они выдают лучшие страницы для вас, и они ее постоянно добавляют и обновляют. То есть здесь работает все автоматически, вам не нужно делать никакой дополнительной работы. Регистрация оплаты занимает буквально пару минут. Вы получаете доступ к тысячам лучших лендинг-страниц. Нет ничего проще, чем это. Она практически преподносит вам все на блюдечке. Лучшие лендинг-страницы и компании, которые используют, ну, наверное, очень мощные игроки данного рынка. Для того, чтобы шпионить за конкурентами, вы можете использовать те бесплатные методы, которые я упоминал ранее. Помните, я рассказывал вам, как заходить на сайты с играми, скачивать там инструментарий, а потом идти и гуглить ключевые слова в выбранной вами нише и далее просматривать всплывающую рекламу, которую вам покажут. Этот метод работает, работает хорошо и, самое главное, он бесплатный. И нет никаких обстоятельств, почему вы можете его не делать. Но если вы хотите подняться на уровень выше, если вы хотите автоматизировать все, чтобы не делать там тысячи поисков вручную, также, если вы не хотите устанавливать сомнительные программы себе на компьютер и получать надоедливую рекламу, тогда эта программа то, что нужно. Вам обязательно нужно использовать вот эту программу Black Pops. Опять же говорю, покупать доступ мне сейчас не обязательно. Но когда мы будем с вами сотрудничать, копия этой программы должна быть у вас на компьютере. То есть это один из инструментов, который обязательно к использованию. Давайте я вам покажу, насколько простой и эффективный метод. Я имею в виду метод работы с данной программой. Давайте исследуем рынок, посвященный знакомствам. Посмотрим, какие офферы про знакомства у них есть. Нажимаем Enter, и вот они. Называются Google лендинг страницы, которые сейчас актуальны. Если кликнуть на один из этих лендингов, то я увижу сам этот лендинг, как он выглядит, да? Как точнее его видит пользователь. URL pop-up окна, то есть сам лендинг. То же самое могу посмотреть, что еще есть в этой категории. Могу посмотреть, что здесь с таргетингом, на какие сайты он рассчитан. Также увидеть выдачу, как она выглядит, по каким ключевым словам транслировалась данная реклама. Плюс еще можно посмотреть ключевые фразы и слова. И полный список сайтов, на которые таргетировалось данное объявление. Ниже вы можете увидеть секцию How To's. Как это сделать переводится. Здесь вы найдете обучение, у них есть тексты, программы, которые вы можете использовать, у них есть руководство, у них есть огромное количество советов. Все виды ресурсов для CPV, и PPV, я имею в виду для работы с этим трафиком. И еще раз повторю, чтобы действительно работать, по-настоящему работать с CPV, PPV трафиком, эта программа, она будет для вас просто незаменима. Каким образом они это все отслеживают? Давайте щелкнем на раздел Scripts и посмотрите сюда. Первый очень полезный скрипт называется Resize Pop Window. Данный скрипт позволяет вашей рекламе принимать размер всего экрана, когда она всплывает на экранах пользователя. Если немалая часть CPV, PPV рекламы выглядит как маленькая
окошко в самом углу экрана, то с помощью этого скрипта она может увеличиваться на весь экран, ну, соответственно, в 10 раз лучше привлекать внимание пользователя. Вот такой вот полезный скрипт. У них есть скрипт, который добавляет гео-IP-локацию. Если вы когда-нибудь заходили на сайт, где они знали, откуда вы и даже ваше имя, и вы удивлялись, откуда это они могут знать, то теперь не удивляйтесь. Есть такие специальные программы. Самое интересное, что несмотря на то, что они самые такие, ну, незамысловатые, в общем-то простые и доступные к использованию, их мало кто применяет. Но если их применять, конверсия, она в несколько раз возрастает. То есть для той тематики, которую мы сейчас рассматриваем в примере знакомства, это будет выглядеть примерно так. Пользователь попадает на сайт, он с Далласа, и ему выскакивает заголовок: ищете ли вы знакомство в Далласе. Если вашу рекламу смотрит кто-то из Нью-Йорка, вы можете написать: хотели бы вы сегодня вечером пойти на свидание, и показать пользователю действительно нужную информацию. Есть скрипты, которые выставляют динамическую дату и время. И вот такие вещи, как гео-IP-локация и динамическое изменение даты и времени, они просто обязательны к использованию при работе с CPV и PPV трафиком. И любой из этих инструментов может действительно помочь принести огромное количество прибыли. Почему? Потому что, я еще раз говорю, начинающие веб-мастера забывают, что они работают с трафиком. А трафик — это живые люди, это не какие-то цифры. И этих живых людей нужно как-то мотивировать с помощью элементарных знаний основ маркетинга. Если вы правильно выбрали источник трафика, если правильно подобрали к нему оффер, но если вы используете паршивую лендинг-страницу, то ничего у вас не получится. Ни о какой конверсии, ни о каком ROI речи быть не может. Это вообще является одной из самых главных проблем, почему люди сливают свои деньги при арбитраже в минус. Потому что они узколобо подходят к данной задаче. Вот видят источник трафика, который можно использовать, выкупают оттуда трафик, направляют его на оферы, и все, и ждут, когда же там минус превратится в плюс. Не будет такого, если не относиться к трафику как к живым людям и не пытаться их как-то дополнительно мотивировать с помощью элементарного маркетинга. И вот все эти инструменты, как гео-IP-локация, динамическая дата и время, там, акции, скидки, красивые картинки, сочный понятный оффер. Если всего этого нет, то и результата, соответственно, не будет. Поэтому такая вещь, как АБ-тестирование или сплит-тестирование, она тоже обязательна. Потому что вы можете думать, что ваш прелендинг выглядит замечательно, но на деле для пользователя он оказывается никаким. Смотрите, есть какая еще штука, добавьте аудио на свой лендинг. То есть даже вот такая вещь, как звуковое сопровождение лендинг-страницы голосом или динамичной музыкой, может повысить конверсию. Опять же, это нужно проверять, какую аудиодорожку добавляете вы. Проверять, я имею в виду, на тестах. То есть вот те причины, по которым в основном я использую Black Pops. Потому что он простыми способами, с помощью скриптов, позволяет установить нужные инструменты, которые повышают конверсию. Ну и параллельно с этим смотреть, что делают твои конкуренты сейчас. Как видите, Black Pops не сводится только к отдельному инструменту отслеживания лендингов. Здесь есть куча других полезных разделов, инструментов, которые помогают при работе с CPV и PPV трафиком. Поэтому и цена такая не дешевая. Но это того стоит. Давайте подведем итоги. Это видео было направлено на то, чтобы познакомить вас уже с такими более продвинутыми инструментами, которые используются при работе с CPV и PPV трафиком. Конечно, он не обязательно к использованию. Вы можете проводить аналитику вручную с помощью тех методов, которые я вам подсказал. И скрипты, я уверен, эти можно тоже скачать на просторах интернета, если хорошо порыться. Поэтому приобретение данного инструмента, как Black Pops, на данном этапе не является обязательным. Но когда мы начнем с вами сотрудничать, этот инструмент должен у вас быть. Поэтому как такового задания сегодня не будет. Поэтому в отчете просто напишите, будете ли вы использовать эту программу сейчас, либо будете использовать ее уже потом. До встречи в следующем видео.